В Соединенных Штатах Америки поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов в штате Колорадо. Шесть цистерн перевернулись, сообщает агентство Associated Press. Одна из них разгерметизировалась и произошла утечка горючего. Количество вылитого на землю пока не установлено. Принимаются меры, чтобы нефтепродукты не попали в водоемы. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.